построенным в селе Маршино, Тищинского района. Слева у нас, соответственно, техпомещение. Сейчас вы остановите. Это у нас санузел. Это у нас комната первого этажа. Комната или кабинет. Обычно мы делаем для тех, кто постарше. Это у нас пространство под лестницей. Это у нас часть гостиной с переходом в кухонное помещение. Они изделены небольшими перегородками. Пространство смотрится как цельное. Это у нас, соответственно, выход на террасу прямо из кухни, что очень удобно, можно там сидеть. Это уже комната второго этажа, санузел, гардеробная и санузел второго этажа. Это уже спальня второго этажа, одна есть. Это у нас вторая спальня второго этажа, всего в этом проекте три. Три спальни, гардеробная и санузел. Это лестница.